приветствую любителей предметно-материальной истории. Много было комментариев с просьбой показать, где же находится антикварный рынок Краснодара и как он работает. Находится он на улице 40 лет Победы, 11, вот наверху, посмотрите. Ну, называется книжная ярмарка, вот название. Ориентир, вход в больницу ЗИП, вот он, проходная, больница скорой медицинской помощи. И напротив вход в книжную ярмарку. И там на задворках этого книжного мира и находится антикварная ярмарка, не антикварная ярмарка, а антикварный рынок, который иногда по субботам работает с 8 до 11. И вот на задворках этого книжного рая находится антикварная аллея. Вот как она выглядит. Работает, повторюсь, с 8 до 11 по субботам. Я сегодня отдам до 19. Только сегодня и только у нас. Нет, чуть-чуть, но получше можно было. Я никаких серьезных медалей. Ничего. Медали? Нет. Ну это я так схватил. Ну, я тоже говорю. Тепля. Да ложка, если что. Это, наверное, кто-то гнул, прикалывался. Да нет. Силу проявлял. Так и ложка так же, вот ее если рядом поставить, они одинаково сохнут. Тоже так. Да нет, ложка нормальная. Под нормальной ручкой. Много много. Даже вот если перелить эту кофе в эту чашечку, она сразу в два раза вкуснее становится. Кто-то спрашивал бюсты в роще, вот можно по субботам выбрать бюсты какие угодно. А что за материал? А? Чугун современный. О, чугун современный. Вот, друзья, если кому-то нужны бюсты знаменитых людей. Вы же все время здесь? Нет, я из Кирова. А, из Кирова приехал. Два раза уже бываю. Видите, как в Краснодар из Кирова приезжают люди для того, чтобы... Это новодельные все, это старые. Это собаки. Ленин, там Ленин. Ленина у нас много везде. Вот такие. А дореволюционная есть у нас? Нет. У вас у самих это нормально продается. Не попадают? А, не попадают. Дорогие они очень. У нас еще бывают. Хорошего дня. Перепутаете. Ты ему дал телефон? Да, дал ваш номер. Алексей Петрович. Карапетович.
Да я видел новоделочку. Уже был у нас, это ж который тогда за выставку сбежал, не заплатил. Да-да-да, я сбежал. А, сейчас он тебе расскажет про 10 лет. Не, ну если у человека есть свои, своя... Ну так и что рассказывает, там 200. Это, зачем? 300. Что там 200? Нужно просто 300. Взять, посмотреть. Лупу любую. Ага. Хотите 7 карат, хотите 15. Вообще не хочу даже браться за твои лупы. Все? Ты ж непорядочный что, гражданин. Что, какие какая? Дела с тобой? Это 1000 рублей. Это 17. Да, можно. Ничего нет интересного. Вот так, друзья, выглядит антикварный рынок Краснодара. Довольно скудный выбор. Ну, что есть, как говорится. Я по случаю приобрел у коллеги из Перми вот такую коняшку. Не успел включить камеру. Ну, довольно тяжелые предметы, неудобно снимать и показывать, совершать покупки. И бычка. Такого огромного, краска уже потертая, поэтому все и на том предмете, все пойдет в перекраску. Приходите на антикварный рынок по утрам, всегда есть возможность приобрести что-нибудь интересное и выбрать среди этого хлама интересные предметы. В этом магазине много интересных предметов. Вот карты, инструменты всевозможные. Кто-то интересовался медицинскими приборами 19 века. Вот, пожалуйста, весь набор 50 тысяч рублей. Клещи, щипцы всевозможные. Это не клещи, это для сахара, для полки сахара. А, вот видите, как меня поправляют. Я извиняюсь, ой, можно помолчать? Не-не-не, очень здорово. Это ж зрители мне тоже замечание сделают, что я пропустил такой момент. Ножницы, надеюсь, обычные? Нет, они все, ну они для разных целей, ага. И разного дизайна. Интересно. По дизайну понятно, а цели какие могут быть? Цель этого, например, это как для стрижки овец, для стрижки людей, для филировки, для прорезывания петель. Ага. Виноградные ножницы лежали на столе. Вот это виноградные? Да, вот которые с чехлом. Виноградные. Самые верхние ножницы, которые с футляром, это у нас на столе для резки бумаги. С левой стороны самые верхние, это коронационные ножницы. А, вижу, с портретами. Это... Кого? Да. Англия? Нет, не Англия, в основном Германия и Россия бывало. Интересно. Маникюрные ножницы. Кто-то очень сильно с ножницами заморочился. Нет, смотрите, это у меня как... просто муж собирал это. А, коллекцию, да, ничего вот себе. Его... Целая коллекция. Жизнь, можно сказать. Вот это вот фигурочные ножницы. Это не сейчас придумали парикмахеры, а это было еще до этого. 19 век? Ну, это не 19, это может быть, ну, 20, середина, ну, не, может быть, 40-е годы. Вот такие вот выпуклые ножницы очень часто были. Это для стрижки овец, чтобы шерсть стричь. Потом здесь вот такие, да? Вот такие. Ага. Потом здесь есть еще одни ножницы. Вот они представлены на этом стенде. Они сзади, видите, вот с такими накладками. Это для стрижки ковра, чтобы ворс был одинаковой высоты. Да. При изготовлении или в эксплуатации? Ну, это я не могу сказать. Я не специалист по...
Коврат качества. Ну, а для сотрудников Кубаньэнерго, да, карманный... вот карманный амперметр в России выпущены. Да, Петроград, смотрите. Петроград. Либо большие стендовые приборы, тоже интересно поставить такой в качестве украшения интерьера. Замочки в каком состоянии прекрасном, обратите внимание. Они все именники. Ага. С фамилией. Хозяина или нет, производителя? Хозяин, вы знаете, это было как-то неважно. Важен был мастер. Яков это Рыженков. Сейчас самый главный хозяин. Конечно, именем дорожили. А что такое три девятки означает? Ну, это марка? Может быть серия какая-то, может быть даже это американский какой-то. Или английский. Да, что-то импортное. Хорошо, что не три шестерки. А может быть он вешался вот так? Вряд ли. Силы тяжести исправят все ошибки мозга. Какой интересный инструмент. Давление измерять. Наверное, из баллона. Для сварки, скорее всего. Волшебный фонарь. Волшебный фонарь. Где проектор, который работал на керосиновой лампе. Ух ты. Керосиновая лампа вот туда вставляется, в раструб уходил. Лагарь, да. И можно было смотреть. Волшебный фонарь, да. Вот как он выглядит. Он работал. Я первый раз вижу. Потому что это очень редкая вещь. Да. Керосиночка туда погружалась маленькая. Ну, наверное, в этой коробочке. Нет, в этой коробочке разновесы. Для ювелира. А вот это что за давилка? Или это миксер? Миксер. Масло-бойка. Масло-бойка. Из сливок масло добывают. Да. Она была во многих домах, потому что масло делали вручную все хозяйки. Так, а вот это что? Это микроскоп какой-то, наверное. Ну, это вот какой-то технический инструмент. Да. Всякие нивелиры, микроскопы, вот фонарь красивый. А в этом, под этот Новый год? Для инженеров наборы различные, для черчения или какие-то. Я даже не знаю, что это вот такое. Может, зрители в комментариях подскажут, что это за причиндалы. Старинные мясорубочки. Всевозможные. Это что это? Табак-оружка. А, табак-оружка. Вот, любителям самокруток может пригодиться табак-оружка. То есть она делает из табака, листьев и палок настоящий курительный табак. А это что? Это для специй. А, тоже мясорубочка для специй. Мельница специи перемалывать. Не загляну, полка маленькая. Утюги настоящие, да, похожие. Для манжеты. Манжет, да, и манжеты. Для воротничков. Манжеты, воротнички гладить, чтобы было понятно. Вот с ладонью сравнение. Можно увидеть масштаб. Вот какой интересный фонарь. Это устройство для этого, это? Для наркоза. Ох. Правда, им можно выдавить похоже все зубы. Похоже на фонарь. Но это вот сюда, это одевалось это так, советский, как маска. Что ли? Ну, я не думаю, там что написано, это советский. Что-то, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, Советский Союз. Ну, скорее убить всего. Но это. Положил. Это, наверное, когда эфиром обезболивали. Еще какой. Сейчас закончу. Еще набор штопоров. Очень интересная конструкция. На мой взгляд, вот очень удобные вот эти. И вот этот интересный. Но они вечные. Да, в отличие. Согласен с вами. Приходите в этот магазин, как называется правильно? Антиквариат? Нет, он называется Багетная мастерская. Багетная мастерская, а в ней антикварный магазин. Не магазин, у нас частная выставка. Коллекция. Да, выставка. Продается частная коллекция. Не продается. Выставка.
Это железнодорожный фонарь. А это что, компас или что это такое? Это компас, сейчас я вам скажу. По-моему, это компас. Компас. Похоже, да, на компас. Азимут определяет. Как раз штучки такие торчат. Мушка с прицелом. Да, люблю всякие инструменты. И вот попал как это раз... Бусоль. Как? Бусоль. А, бусоль. Что-то, наверное, морское. Английский, да. Какие ножницы огромные. С прорезью на ручке, обратите внимание. Или это поломано? Нет, не Нет, поломано, это прорезано специально. Это, скорее всего, ножницы закройщика, потому что ткань была, например, сукно или драп. И закройщиками в былые времена были только мужчины, поэтому они такие массивные. Интересно. Это арифмометр Однера. Изобрел его. Он, по-моему, был этот, как его, родился в Швеции, потом приехал в Россию, Однер, и здесь вот в России он изобрел вот этот арифмометр. Смотрите, карбидных фонарей целая коллекция. Велосипедные. Да. Работал на газе, который выделялся ацетилен. Из карбида. При взаимодействии с водой ацетилен, карбид выделяет ацетилен. О, для винников, смотрите, какой набор штопора. Шикарный для любителей вина. Но отдельно не продаете все наборами, правильно я понимаю? Да, это коллекция. Это часовой этот как-то был. Да, часы выкинули. Все, что сохранилось что, от часов. Да, хорошая идея. Мне понравилось. У меня несколько штук таких. Дети, куда они деть? Не представляют, что такое часы с боем, а так вот им будет интересно. Теперь знаю, куда девать. Давайте сначала, поехали. В Чистяковской роще находится багетная мастерская, где находится выставка бесплатная технического антиквариата. Кому интересна эта тема, приходите сами, приводите своих детей для повышения культуры, образованности. Жители Краснодара, мы будем очень рады и гости, вашему приходу. И гости приходят. А гостям... Еще. Нас в разных городах смотрят. Сильнее. Приходите. Не пожалеете. Это... Работает магазин с 9 и до 16. Добро пожаловать. А я с вами, друзья, прощаюсь. Такой небольшой обзор рощи. И заодно заглянули в антикварный магазин. Или как это называется, багетная мастерская с частной коллекцией. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей.